2015 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Ненецком округе несколько пациентов с таким диагнозом удалось спасти, и все благодаря норвежско-русскому проекту «Телемедицина». Быстрый и точный диагноз удалось установить благодаря оборудованию фирмы «Шеллер», которое завезли в прошлом году и установили в трех населенных пунктах – Бугрино, Неси и Каратайке. Какие еще поселки получат такой жизненно важный подарок, расскажет Любовь Пермякова. Поселок Каратайка и Амдерма. Эти два населенных пункта станут счастливыми обладателями нового оборудования. Уже в ближайшее время они получат электрокардиограф для высококачественной диагностики и экспресс-анализатор крови для быстрой диагностики критических состояний пациента. Перед вами современные электрокардиографы планшетного типа, которые имеют сенсорный экран. С помощью, в общем, тачпада можно ими пользоваться. И, как вы видите, можно, в общем-то, специалисту, который будет снимать кардиограмму, входить, допустим, к пациентам домой без труда. Любая женщина сможет его перенести. Легкая и комфортная переноска. Производители сделали все для удобства персонала. Теперь работу фельдшер может осуществлять не только в стационаре. Мы таким образом приближаем оказание медицинской услуги, вернее помощи, к населению, особенно в отдаленных населенных пунктах. И не только у нас, например, в том или ином населенном пункте, с данным оборудованием можно выехать и в стойбище оленеводов. Особенно, когда у нас бывают такие мероприятия, как выезжает у нас передвижной медицинский отряд. Вот в рамках его или вот красного чума даже расширить эти возможности. А уже полученные данные медицинский работник будет передавать по специальному каналу связи в больницу, тем самым минимизируя временные отрезки, так как в некоторых экстренных случаях дорога каждая минута. Медицинские работники довольны. Я думаю, довольны население, потому что благодаря данному оборудованию оно помогло, как говорится, спасти жизнь человеку. Это оборудование, которое спасло не одну человеческую жизнь, производит швейцарская компания «Шеллер». Она является ведущим мировым разработчиком и производителем электрокардиографов, регистраторов и систем для амбулаторного мониторинга ЭКГ. В нашей стране данным оборудованием пользуются со времен Советского Союза. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».